Somehow it happened. I woke up with you and there's no such feeling. But being home here now. Мы находимся в Белоруссии, в очень красивом городе Витебске, и очаровательная Татьяна сделает нам экскурсию по своему родному городу. Меня зовут Татьяна, я родилась и выросла в этом городе. Это мой родной, любимый город. Здесь живут все мои друзья, родственники. Я хочу вам рассказать немножечко о нашем прекрасном городе. Витебск основан в 1974 году на слиянии двух рек. Когда-то здесь остановилась княгиня Ольга, и на слиянии реки Витьбы и Двины она приказала возвести город. Город разбивался на две части, верхнюю и нижнюю. Вот сейчас наверху находится Успенский собор. Раньше там был дворец князя, и внизу жил обыкновенный люд. Нашему городу можно подсчитать уже 1037 лет. У него очень красивая история и очень красивые здания. Основной визитной карточкой нашего города является Славянский базар. Он будет проходить в этом году уже в 21 раз. Впервые в 1992 году был открыт этот международный конкурс. Более 40 представителей из разных стран приезжали на него и приезжают до сих пор. Но это не только музыкальный фестиваль, но и фестиваль художественный, народных ремесел. Также в нашем городе останавливался Наполеон, и памятник Наполеону тоже есть у нас в городе. Именно отсюда он начал свое наступление на Москву. Одним из выдающихся людей, которые родились в Витебске, является Марк Шагал. У нас есть арт-центр Марка Шагала и дом-музей Марка Шагала. Находится в городе Витебске. И здесь, как и во всех городах, наверное, в мире, люди вешают замочки, чтобы быть вместе на всю оставшуюся жизнь. Да, ключики выбрасывают в речку, чтобы никто не смог открыть этот замочек. В центре Витебска стоит памятник Александру Сергеевичу Пушкину. В мае 1820 года и в августе 1824 года он здесь не жил, он просто проезжал. Вот что значит быть великим человеком. Сейчас очень важный момент. Сейчас мы в том месте, чем знаменит Витебск сегодня, в наше время. Вы видите амфитеатр. Это визитная карточка нашего города. Здесь именно проводится международный фестиваль «Славянский базар». Проходит он каждый год. Приезжайте к нам в Витебск. В этом году, как и обычно, в июле месяце будет проходить «Славянский базар». Мы вас ждем в гости. А перед входом в этот амфитеатр, где проводится Славянский базар, есть аллея звезд, где каждый год выбирают человека, который присутствует на фестивале, который самый выдающийся, самый знаменитый, имеет заслуги в области музыки. Здесь есть Алла Пугачева, 2006 год, София Ротару, 2009 год, Валерий Леонтьев и, конечно же, Владимир Мулявин, знаменитые песняры.